Сегодня у меня такая посылка из Перми, так и написано в УФП. Короче, Пермского края почта России. Тут ни много ни мало хрен. Первый раз заказываю хрен почтой. Шла посылка 9 дней, не знаю, что здесь получилось. Запрел, не запрел. Ну, сейчас будем открывать, смотреть. Долгожданный хрен. Буду делать аджику, хреновину. Ну и там еще может. Тут 2 килограмма. Делал килограмм себе, не килограмм, еще там другая женщина заказывала. Так, сейчас я быстренько открою, скрою эту посылочку. Так, что для меня надо аккуратненько ее. Давно не открывал посылку, которая не из Китая. Кажется, я на другом канале открывал такие посылки, да, последний раз. Вот так вот. Смотрим, что здесь мы имеем. Да, вот здесь у нас такой сверток. В свертке у нас, я думаю, хрен. То, что я и заказывал. Так, да, пахнет он уже, чувствуется, землей и хреном. Только что выкопанные. Ссылку я на продавца дам в описании. Достался он мне за 200 рублей килограмм. Ну, честно говоря, хрен. Ну так. Попадаются очень такие. Вот, допустим, вот это. Это мне не очень нравится. Запах. Кстати, он уже начал. О, я ж пойду в лес и посажу в лесу хрен. Это идея. Кстати, да. Завтра пойду в лес, возьму несколько отростков и на каком-нибудь особом месте своем посажу немножко хрена. И потом уже надо будет заказывать. Буду просто копать его. Вот такой хрен. Вот такие тут. Распаковочка у меня такая необычная сегодня. Ну, в принципе. Да, вот эти отломаю. Надо будет найти лопатку. Или что-нибудь. А, ножом я. Посажу хрен в лесу. Вот несколько таких. Будет у меня там свой первый огород. Я как-то сажал малину в лесу, но она не прижилась. К сожалению. Но я сажал как раз в том месте, где недалеко от... Там овражек такой. Ручей текет. И там тоже малину видел. Малины были кустарненькие маленькие. И я недалеко от того места еще малину посадил. Но почему-то она не прижилась. Все. Всем удачи. Такая распаковочка. Ссылку на продавца, как я уже говорил, я укажу в описании. Только что выкопанный, как продавец заявляла. Пахнет землей. Ну вот, конечно, вот это безобразие. Ну вот. Всем спасибо.